Здравствуйте! В эфире «Вести утро» Карачаево-Черкесия. И я вас всех приветствую. Сегодня день гражданской обороны. Какие задачи выполняет гражданская оборона и какие мероприятия проводят по оповещению населения? Оповещают ли о мероприятиях гражданской обороны? На эти и другие вопросы в эти минуты в нашей студии моей соведущей Бели Джазаевой ответит начальник учебно-методического центра ГО ИЧС, первый заместитель директора Центра гражданской защиты Зульфия Тибуева. Доброе утро всем. Доброе утро, Зульфия. Доброе. Я благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. И сразу хочу вас поздравить с тем, что 4 октября, и сказать нашим зрителям о том, что 4 октября – это День гражданской обороны. И я хочу вас спросить, что вообще такое гражданская оборона? Ну, гражданская оборона, она существует в Российской Федерации, она существует во всем мире. Это комплекс мероприятий, который проводится государством заблаговременно. Точно так же он проводится в Карачаево-Черкесской республике, то есть на федеральном уровне, на региональном, и в районах тоже проводятся эти мероприятия. Все эти мероприятия проводятся заблаговременно именно для защиты населения, материальных и культурных ценностей на случай военных действий. Скажите, а какие задачи стоят перед гражданской обороной? В гражданской обороне, в мероприятиях гражданской обороны реализуется 15 задач. Они определены нормативно-правовыми актами и включают в себя такие, как подготовку населения к действиям в области гражданской обороны, оповещение населения об опасностях во время военных действий, предоставление средств защиты, предоставление защитных сооружений для коллективной защиты, пожары. Там много всего. Всего вообще 15 задач реализуется точно так же на всех уровнях в нашей стране. Ну, отдельно хотелось бы поговорить о оповещениях. Как оповещают о гражданской обороне? Вот сейчас и в нашей Карачаево-Черкесской республике тоже уже есть сегменты региональной автоматизированной системы оповещения гражданской обороны. Это сирены, которые установлены практически в каждом населенном пункте, которые звучат. Сейчас звучат они два раза в год, когда проводятся тренировки по подготовке к мероприятиям гражданской обороны. Но каждый гражданин, каждый человек, вплоть до детей, до маленьких, должны знать, что делать, когда звучат сигналы сирены гражданской обороны. Ну, коротко расскажу, то есть порядок какой. Что надо делать? Да. Звучит сирена, вы услышали, что звучит сирена, нужно включить телевизор, либо открыть средства массовой информации. Как при тренировках, которые проводятся по проверке системы оповещения, так и при реальных событиях, при реальных военных действиях, на всех телеканалах осуществляется телерадиоперехват. То есть привычные передачи меняются на картинку. На картинку, где пишут, что МЧС, РСЧС, сообщает, и там будет бегущей строкой и голосом диктора сообщаться, что же случилось. Как я уже ранее сказала, два раза в год это включается и проводится, и там звучит голос за кадром и бегущая строка, что это идет тренировка по гражданской обороне. В случае, если реально что-то случится, а у нас помимо этого сигнала «Внимание всем» он называется вообще сигнал, основной сигнал гражданской обороны, есть еще четыре сигнала. Там воздушная тревога, химическая тревога, радиационная опасность и угроза катастрофического затопления. Но как оповестить людей, вот, чтобы они знали? Оповестить людей о том, что они знают, и в этом заключается подготовка населения к гражданской обороне. То есть подготовка точно так же проводится, она обязательно, она определена постановлением Российской Федерации, и у нас здесь на региональном уровне тоже есть постановление правительства Карачаево-Черкесской Республики, в котором определен порядок обучения, подготовки населения к действиям во время сигналов гражданской обороны. То есть, получается, дети это учат в школе на уроках УБЖ. Работающее население по месту работы, должностные лица, которые состоят в тех или иных комиссиях на время ведения мероприятий гражданской обороны, обучаются в учебно-методическом центре ГОЧС Республики, то есть у нас. Неработающее население, для них в органах местного самоуправления создаются учебно-консультационные пункты, где периодически для них проводят занятия, раздают памятки, листовки, проводят беседы. Также мы со своей стороны, вот я как представляю учебно-методический центр ГОЧС, мы проводим выездные занятия, стараемся охватить максимально больше населения, рассказать, объяснить, чтобы запомнили вот этот, ну, он легкий порядок действий. То есть услышал сигнал, включил телевизор, увидел, что случилось, собрал документы, выключил свет, газ и, ну, либо спустился в заглубленное помещение, либо поднялся на возвышенность, там при определенном сигнале определенный порядок действий. Я благодарю вас за такую полную информацию. Я думаю, что людям это просто жизненно необходимо. И спасибо вам за участие в нашей программе. Спасибо.
Этот эфир завершен, а через несколько минут выйдет информационный выпуск на карачаевском языке. Затем вашему вниманию будут представлены программы карачаевской редакции. А в 14:30 смотрите вместе с Аллой Динаевой «Вести». Удачного продолжения дня и до завтра.